Что не концерт, то премьера. Ульяновский государственный оркестр «Держава» подготовил оригинальную программу «Пламенные ноты». Причем большинство сочинений будут исполнены в нашем регионе впервые. В сопровождении оркестра выступят гитарист Сергей Коротин, виолончелистка Феодора Соколова и исполнительница на арфе Анастасия Акулова. Вот этот концерт задумывался как полностью аккомпанемент для электрогитары для нашего замечательного Сергея Коротина. А потом, впоследствии подготовки к этому концерту, где-то за пару месяцев, мне пришла такая мысль интересная в голову, и ноты, собственно, появились. Есть удивительный концерт, который мы будем исполнять. Это австрийский композитор и пианист Фридрих Гульда. Он для виолончели с духовым, но это даже не оркестр, а такой духовой ансамбль. Готовясь к концерту, Кирилл Ильин решил включить в исполнение арфу. С ней будут исполнять шотландская концертина Брюса Фрейзера. Произведение изначально написано для кларнета с оркестром, но неутомимый худрук «Держава» решил переработать партию для арфы. Еще один номер – концерт «Теория хаоса» для электрогитары с оркестром. Меломаны услышат неожиданное звучание гитары. Солист-виртуоз Сергей Коротин сумел объединить в своем творчестве классические традиции рок-манеру исполнения композиций. Концерт пройдет 12 ноября во Дворце творчества детей и молодежи. Анна Тищенко, Улправда ТВ.